Уже издалека я увидел и услышал ее. Мощный поток энергии, установка, которая методично уничтожает Дагинов. Поезд начал останавливаться. Я достиг конечной точки этого маршрута. Теперь пришло время заниматься делом. Командир, первая волна атаки провалилась. Наши войска продолжают наступление, но первые эскадрильи уничтожены. Я послал подкрепление. Узнать об угрозе. Сердце отчаяния. Подобрать? Иди к черту. Конечно, подобрать. Тебе никогда не достанутся мои пельмешки. Никогда. Текст-ридер. Информативно. Или они не пройду? Да, не проеду. Так, куда идти? Говорить Куприян Виноградов. Тут еще тихо. Что нам не сказал? А, нам в другую сторону надо было. Так, звук какой-то нехороший. Праздником труженьки. Дальних магистралей. Так, тут типа мостик. Возвышенность. Пандемик использует мощную ЭМИ-установку, чтобы подавлять Дагинов и большую часть техники Алицы. Мне нужно им помешать. А, это, наверное, наш помощник. Наша тима. Коллега, пойдем. Отличный помощник. Какие лидеры Дагину по нраву? Здесь может все взорваться, по-моему. Главное за ХП следить. Где-то там был. Ну,
Ох, ХП снят. Кто? Не врубайся. Сейчас выйдешь, сейчас убьют. Подождем. Так, кто-то отсюда стрелял. Я предполагаю. Никого не видно. А, все понятно, это мины. Блин. Я забыл, что они тут возможны. Их вообще не видно. Я просто слышу, что выстрел, я и думал, что кто-то стреляет. Говорит Федор. Вы из коалиции, правильно? На Дагина не похоже, а пандемик... Но их я узнаю за километр. Может, еще наемник, но они в наши края не заглядываются. Если только это не крупная корпорация. Кто вы? Я всего лишь одинокий отшельник, чью систему безопасности ты раскидал в щепки пару минут назад. Впрочем, это не важно. Значение имеет то, что он предупреждал, что ты появишься. Правда, мне хотелось бы, чтобы обстоятельства были другими. Мне теперь ремонтировать все, что ты сломал по пути. Кто он? С вами связались из коалиции? Зачем ты спрашиваешь о нем? Вы все равно с ним скоро встретитесь. Для тебя главное, что он хочет нам всем помочь. Так вот, перейдем к делу. Пандемик укрепились с установкой на севере. Оттуда они запускают аномальную волну, с которой ты, скорее всего, уже сталкивался. На нас она, конечно, не действует, но земля от нее трясется. Здесь и без того очень тяжело. Так еще и от луча все обваливается. На севере, вон, видишь? Нет. Там было мое поселение, а теперь там камни. Так что я должен тебе помочь. Коалиция, похоже, начинает наступление, и ты можешь соединиться с их группами, только передвигаясь по этой магистрали. И, разумеется, ты видел, что данный путь завален. И с тех пор работаем, едем, едим, спим в таком виде. И вот тут нам его подарочек. Пока мы не воспользовались им, можешь задать вопросы. Если он у тебя, конечно, есть. Они. Только не утомляй, у тебя еще есть дела. Так, как ты тут выжил? Так я и думал. Какой примитивный вопрос. Просто. Здесь вообще было прекрасно жить, пока не прошли синие корпы. Пандемик попортили жизнь всему братству контрабандистов. В итоге все уважающие себя космические волки дали дёру с этой дырой. Спросишь, а ты? А я остался. Я уже стар для всей этой хрени. Вы молоды. Сейчас ваше время вести человечество вперед, а я со своим мировоззрением, пожалуй, посижу в стороне. Еще есть вопросы? Как ты тут выжил? Так, это что, ручной Дагин? Не совсем. У него просто переписан алгоритм работы. Он не может развиваться выше установленного годами назад уровня. Нейросеть не функционирует более. Я извлек пару модулей. Но в итоге он может жить. Пусть и в подобной форме. Луч пандемик его никак не подавляет. А это тут главное. Еще есть вопросы? Давай к делу. Отлично. Сейчас активирую дрона. Это и есть его подарок? Пардон? Ну, дрон в смысле. Ха, конечно нет. Его подарок — это притягивающий луч, который встроен в дрон. Подожди немного, и ты все увидишь. Нет, ну эти Дагины, конечно, очень тупые. Вот не могли просто прошивку переписать. Личности им, блин, важны. Моралисты. Так ведь таких называют, да? Моралфаги, может. Может быть. Цыц. Сейчас дрон запустится. Ноэма. Кстати, у вас пандемик, все тяжело?
не собираетесь подписать, ну, что-то вроде соглашения о нейтралитете, перемирия? Ну, я не знаю, там, например, можете взаимно перестать взрывать друг друга. А, это вообще возможно? Они не выходят на связь. А, это все очень странно. Вообще все, что происходит в этой бедной системе, последние годы просто за гранью добра и зла. Так хочет, чтобы мир вернулся на фронтир. Черт, тебя, наверное, бесит слушать мое нытье. Но у меня просто уже слов нет. Только начинаешь жить нормально, и тут же прилетают борцы за свободу и корпоративные черви. И все норовят разрушить все, что ты годами отстраивал. Твари! Ах да, вернемся к дрону. Что-то он долго запускается. Стучит по корпусу. Как ты думаешь, может его стоит пнуть? Ну попробуй. Контрабандист собирает волю в кулак. Не перенапрягись. Я сейчас его ударю. Ай, больно. Сочувствую. Да что мне твое сочувствие, моя нога? Тупая. Стоп, кажется, он включается. Не издевайся надо мной, щегол. Смотри, дрон. Уйти. Так, ты кто? Что происходит? Твоя хрен, кто вообще нахрен такой? Не ругайся, машина. Проверка от коалиции. Сверхюнит из коалиции. Один хрен, что хреналиция, что хренопандемик, что хренофедор со своими хренами. Что ты тут забыл? Мне нужно знать, что убивает Дагинов. А меня эта хрень как касается. А меня эта хреновина Эми не действует. Я ничего тебе не говорил, хрен. Договаривай, что за Эми? Все хрена в вопросах к моему адвокату. Типа к Федору топай. А я молчать буду. Ты все скажешь, машина. Протокол сонный режим активирован. Что вообще происходит? Диалоги непонятные. Так, тут у нас взрывчатки. Так, а что их высматривать? Я все равно ее не увижу, пока она не взорвется. Ну, лично я. Так, АТ-12. Это что? Это по этому можно ходить? Так, СНМ Алексей Крилев Крылов. Потеряли управление в районе автомагистрали на соляных пиках. Наш груз без боеприпасы и оружия. Гарнизона Дагинов, лаборатория. В данный момент держим оборону уже 2 недели. Пока нас блокирует небольшой отряд и нет никаких фактов, подтверждающих мою гипотезу. Но кажется, Дагинов уже не контролирует остров впереди. А это значит, что решение отправить сигнал СОС и пометить место как особо опасное, считаю правильным. Молодец. Так, это что такое? Да вы чё? Вы чё? Это что за приколы? Они вчетвером стояли за машиной в одном месте. Так, ну я надеюсь, где-нибудь здесь ещё начну. Да, в принципе, рядом. Теперь я знаю, где. Сейчас обойду с другой стороны. Гранату еще кину. Хотя здесь гранаты такие непонятные. Попадешь, не попадешь. Ну, вроде убил. Сколько здесь? 3 автомата. Трое было.
Они-то убивают быстро. Благо есть автосохранение. Вторая эскадрилья вступает в бой. Так. Куда у него две гранаты? Не по одной кидают. Я нажимал полечиться, но он не успел. Понятно, откуда будет бить. Даже это зацепило. Хотя она была далеко. И та зацепила. Вообще не то. У нас какой-то бочек пустые. Откуда кто? Так, это вроде свои. Ома. Захватить источник камня. С ними болтать не надо. Неплохо. Правда, моя команда только может говорить вперед, продвигаемся. И никто не пошел. Да бесите вы своими гранатами. Не увернулся.
Да, давай еще вторую гранату. Тридцать пять и одна секунда до отката была. Я думал, туда зайти надо, а там... Там, наоборот, портал для чужаков. Так, ну... Недалеко и не близко. Здоровый. Хотя там дверь можно открыть, чтобы туда свалить. Так, баллон пустой. Гернаут нас не увидел, по-моему. Кто-то в спину бьет. Еще один джиггернаут. Так, это сейчас нас тоже прибьет. ПП-шка есть. Второй был сюрпризом. Надо было, наверное, просто пробежать да и бежать. Свой, не свой. Приятные баги.